Это ж надо представить себе. Это ж надо фантазию иметь. Бака, у тебя лопата есть? Зачем тебе? Хочу докопаться до смысла этих слов. А, в этом смысле? Ну, ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Ну, не важно. Кстати, Вакенька, солнце ясно. Ты знаешь, где я служу? Где? Нет, служу я в театре. А в каком, ты знаешь? Ну, конечно. В театре Буф-Буф-Буф. В каком? Буф-Буф-Буф. Буф-Буф-Буф? Буф-Буф-Буф. В театре Пуф. А, извини. А знаешь, что у нас... Главный режиссер в театре? Конечно, Сакраманыч! Нет, Сакраманыч! Это художественный руководитель нашего театра. Слушай, а кто главный режиссер-то? А-а-а! Знаю! Вот. Мишка, что ли? Михаил Смирнов! Конечно! Заслуженный артист России Михаил Смирнов! Главный режиссер театра «Пуф»! Честно говоря, несколько настораживает то обстоятельство, что вот вы с Сергеем вместе пели, а танцующих в зале было немного. Мало. Я танцевал. Кроме тебя, Вака, никого. Я вытер. Как это называется? Покойница и при жизни не отличалась темпераментом, это называется. Очевидно, просто в зале мало иностранцев, потому что если бы были в зале иностранцы, знаете, они как-то услышали 3-4 знакомых аккорда, они бы сразу выскочили, начали танцевать, срывать себе одежду, бросать ее в разные стороны, они же были такие расслабленные иностранцы, и достаточно услышали мы такое, знаете, какие-то такие 4 аккорда, чем такое вот. Они уже не могут иностранцы, они бы это с ума смотрят, как правило. Вот. Я подумал, а есть, скажем, вот у наших людей такие аккорды, под которые наш человек не может вот так вот спокойно есть? Вот спокойно есть, спать, жить и сидеть на месте. Вы знаете, действительно есть такие 4 аккорда, звучало мне следующим образом. Чувствуете, да? Чувствуете, там начинают шевелиться корни в душе. О! Русские, украинские, белорусские, все корни стран народов СНГ зашевелились и подочили по театру. И вот под эти 4 аккорда наши композиторы каждый год пишут по новому шлягеру. И наш народ танцует, беснуется, хотя не понимает, что на самом деле все время звучат одни и те же 4 аккорда. Каждый год одна и та же балалайка. Ну, вспомните хотя бы вот эту. Уехал прочь на ночной электричке, в темноте шагов закурил по привычке. Он уехал прочь на ночной электричке. Знаете, что такое на самом деле? Это было раньше, 30 лет назад звучало так. Любовь одна виновата, лишь любовь во всем виновата. Лишь любовь во всем виновата. Видно не судьба, видно не судьба, видно не судьба. Еще у костра такой перед палаткой со свечкой под дождем.
а свечи плачут для людей, то тише плачут, то сильнее. И восковызов детский триллер, слезы из мозга из глаз стекают. Лютаревич, но веря, и все еще пропало. Пока. Пока не мерзнет свет, пока звучит. Замечал, что скрипка похожа на девушку. Первый раз сейчас только увидел это. Смотри, какая скрипка и какая девушка. Показываю. Давай. Смотри, такая же маленькая аккуратная головка. Четыре уха. Потому что женщина любит ушами. Длинная тонкая шея, узкие плечи, тонкая талия. Далее идут более широкие бедра. Ноги – это все, что ниже ушей. А там внизу есть еще такая пуговка, которую если отстегнуть, то все струны отвалятся. Это до этого момента еще нужно дойти. Это пуговка, это мозги в смысле, да? Я понял. Не-не, все-все. Каждый подумал о своей. Ну вот, казалось бы, скрипка. Да, что такое скрипка? Полкило фанеры. А сколько искалеченных детских судеб. Я всегда забирался под стол, когда меня заставляли играть, и ругался оттуда на скрипке. Тогда я понял, что о ней вообще можно разговаривать. Ну вот представьте себе, наше скорое будущее, канун Нового года, 11 часов вечера, 31 декабря. Час ночи. Два часа. Три. Полчетвертого. Раннее утро. Кому-то уже спешит скорая помощь. Начинает работать вокзал. Она проснулась первой. Проснулся ребенок.
теща. Сумасшедший дом. Михаил Смирнов! С коротким биографией своей жизни. Михаил Смирнов! Михаил!